щедрый вечер или праздник Маланки отмечают в Украине. Готовят вторую обрядовую кутю и щедруют. Парни и девушки переодеваются в фольклорных персонажей и ходят по домам, разыгрывая смешные мини-спектакли. В музее под открытым небом Пирогова воспроизвели древние народные обряды. Видела их и наша съемочная группа. Ходить від села до села, від хати до хати. Подивіться, яка сіроволохата з гарними ногами, з гострими рогами. Групи ряжених в костюмах і масках звірей ходять по домам, водять козу, символ достатка. Коза желала, щоб був урожай ржи, пшениці, діти родились, і сім'я ні в чому не нуждалась. В козу наряжають і дівчат, і парней. Збираються в сранку всі. Собираються з утра всі, наряжаються. Подкрепляются, если мороз сильный, и с песнями идут щедровать в каждый дом. Заходьте, девчата, пустили нас у хату. Христос родился! Славимо его! Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, Приход ряженых – хороший признак, по поверьям, обещает благополучие. Их приглашают в дом и щедро благодарят. Пирожками, с макотой. Пирожками, вкуснятиной, колбасой, салом и, конечно, наливали горилки или медовухи. Праздник Маланки в Украине объединяет старинные языческие традиции и православную культуру. Мне очень нравится это, потому что в Швейцарии немножко по-другому все. Что мне нравится, что здесь традиции очень живые. Славене Боже! В некоторых регионах Украины по традициям утром после Маланки сжигали дидух, чтобы избавиться от злых духов. В некоторых сохраняли до посевной, чтобы урожай был богатым. Оксана Опрышко, Вячеслав Смирнов, UATV.